Итак, дамы и господа, вашему вниманию бой 10 раундов. Я представляю боксера в синем углу ринга. Его возраст 24 года, рост 178 сантиметров, вес 67 килограммов 600 граммов. На его счету 14 побед, 7 поражений, 2 ничьи. Итак, боксер из Украины Игорь Фанья. В красном углу ринга боксер, его возраст 26 лет, рост 170 сантиметров, вес 66 килограммов 700 граммов. На его счету 25 побед, одно поражение, одна ничья. Итак, боксер из России Асланбек Казаев. Пожмите руки, внимательно слушайте команды, соблюдайте правила. Команда брейк, делаем шаг назад. Команда стоп, прекращаем все вместе. Желаю всех пугал. Синие готовы. Второй раунд. Накидываю левую.
Закидывай, не забывай. Вот так. Оттолкни сюда. Эй!
Головами, осторожно, осторожно. Успокаивайся, успокаивайся. Левую накидывай. Не стой. Вот так. Левая, левая. Шестой раунд.
Сидей. Давай, давай, левую, накидывай, левую, давай. Вот так, еще, вот. Повтори, повтори. Джеб, включи, отходи от джеба.
Концовка, давай. Дай. Восьмой раунд. Девятый раунд.
Итак, дамы и господа, единогласным решением судей в этом поединке побеждает Асланбек Кабирович!